Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. І з нами на зв'язку Ханно Певкур, віце-спікер естонського парламенту, колишній міністр внутрішніх справ Естонії, людина відома вже на всю Україну, адже пан Ханно заспівав українською мовою пісню «Браття українці» на естонському телебаченні в шоу «Маска». І він присвятив цей виступ Україні. І, власне, хочемо з цього розпочати розмову. Господин Ханно, скажите, пожалуйста, что вас побудило сделать это и как вы изучали эту песню? Вы знаете украинский язык? Добрый вечер. Конечно, с украинским у меня не так уж хорошо, к сожалению. Я мог петь, да, на украинском, потому что группа Гуршабля очень хорошо эту песню создал, я мог выучить эти слова. И, конечно, я был очень рад. И сегодня я могу сказать, что это для меня, в общем-то, как-то неожиданно, что так много друзей появилось в Украине, так много людей мне писало. И, конечно, это как бы чуть-чуть мне странно, что сегодня уже где-то в пределах больше, чем 5 миллионов людей этот клип с этой песней видел. Господин Ханно, Эстония приняла изменения в бюджет, усиливая оборонную мощь свою и помощь беженцам. И в то же время мы смотрели ваше интервью, где оппозиция пробовала, так как и у нас бывает, сделать депутатский спам, чтобы этот законопроект затянуть. То есть у вас еще сильны российские пятая колонна? Нет, этого я не верю. Конечно, у нас есть русскоязычное население, и, конечно, они тоже, некоторые из них поддерживают эти преступления, которые сейчас Россия и Кремль сделают в Украине. Но большинством, конечно, у нас таких проблем нет, как пятая колонна. Мы можем сегодня сказать, что у нас в парламенте вопрос был даже не в этом, поддерживать ли Украину или нет. Там у нас стопроцентное понимание, что, конечно, мы поддерживаем наших друзей в Украине. Но касаемося там дополнительного бюджета, то там вопрос был в первую очередь внутренней политики и в том, что оппозиция хотела показать, что да, не только там безопасность, оборона должен получать дополнительные деньги, но и здесь внутри у нас люди должны получать помощь. Конечно, и они получают, в этом не вопрос. Вопрос в том, что этот дополнительный бюджет конкретно был создан для того, чтобы помочь беженцам, которые пришли сюда. У нас где-то 37 тысяч украинцев, которые пришли сюда в Эстонию. И, конечно, для того, чтобы наши такие средства для обороны были бы сильнее. И поэтому, конечно, мы не можем связывать сейчас вопрос таких других вопросов с этим вопросом, который был в дополнительном бюджете, это оборона и помощь беженцам и Украине. Эстония одна из первых стран, которая приняла решение отказаться от поставок российского газа до конца 2022 года. Как тяжело вам давалось это решение? Ну, вы знаете, к счастью, в Эстонии не так уж сильна этот процент или
тоже количество этих предприятий, которые пользуют газ. Конечно, это количество есть. Конечно, у нас тоже таких людей, которые у которых утопление есть с газом, например, тоже лично я пользую для отопления газ, но смотря на то, что общие размеры где-то там 50 тысяч жилье, которые пользуют газ, то это не так уж большая часть эстонского населения, которое пользует газ для отопления, тоже предприятие. И смотря на ситуацию сегодня, для Эстонии это не было такой тяжелый вопрос, чтобы отказаться с российского газа. Но, конечно, это мы все понимаем, что это назначит для нас того, что мы должны очень быстро построить ЛНГ-терминал. Это уже мы с этим уже занимаемся, и, конечно, мы надеемся, что еще в этом году это будет готов. Будет ли это так, это мы будем видеть где-то там в ноябре месяце. Но я надеюсь, что все-таки у нас все будет в порядке, и те люди, которые употребляют сегодня и пользуют газ для отопления, они могут спокойно смотреть на зиму, которая придет. Ну и сегодня поступило сообщение о том, что все страны Балтии не будут потреблять российскую электроэнергию. Это связано с тем, что Европейская энергетическая биржа Nord Pool остановила торги российской электроэнергией. Это сообщило Министерство энергетики Литвы, и это распространяется на все страны Балтии. Тот же вопрос, где будете брать электроэнергию? Ну, в первую очередь, конечно, мы и сами производим электроэнергию. У нас есть станции для того. Второй ответ к этому вопросу очень простой. Да, мы часть Nord Pool. Это значит того, что мы можем пользоваться электроэнергией, которая придет к нам из Финляндии, из Швеции. И, например, если есть возможность, тоже с Латвии, значит, это одна сеть, которая у нас здесь Прибалтики и северных стран, и это дает нам возможность, да, сегодня говорить о том, что те нужды, которые есть у Эстонии, те нужды мы можем или погасить, или получать от себя, или тогда уже от наших соседей. Господин Хелна, скажите, пожалуйста, вот конфликт в Украине, война в Украине, каким-то образом повлияла на позицию Эстонии в Европарламенте? Вот если есть у вас, ну, условно оппозиционная партия, ну, скажем, центристская, да, там Яна Том, она как-то не очень относилась к украинскому вопросу, традиционно как-то так дистанцировалась от этого. И сейчас какая ситуация, насколько эта ваша позиция сильна в Европарламенте? Ну, наша позиция, как эстонская позиция в Европарламенте, это, конечно, не вопрос, потому что наши члены, у нас не так уж много членов Европарламента, у нас 6 человек. С этих 6 человек 2 у нас у партии реформ. И, конечно, там люди знают, что делать, и там все знают очень хорошо тоже, какая ситуация в Украине. Там не вопрос. Тоже те позиции, которые предлагает эстонское правительство, Европарламенту и Еврокомиссию, там тоже проблем нет, потому что, как вы сами тоже хорошо знаете, что Эстония один из самых больших тех друзей Украины, которые поможет Украине. И я сам надеюсь тоже в ближайшее время прийти в Киев
И тогда тоже еще говорит об этих возможностях, которые у нас будут еще, чтобы помочь Украине. Теперь вера в парламенте, я, в общем-то, не вижу, что у нас какие-то позиции должны были бы очень сильно измениться. Что я вижу, это в эстонском парламенте некоторые члены парламента, которые, может быть, раньше не так уж сильно говорили о том, чтобы помочь Украине, теперь они больше и больше говорят о том, тоже те члены парламента, которые, например, русскоязычные. И это очень хорошо видеть, что все-таки те люди тоже понимали, что то, что творится сейчас в Украине, это не только война, это геноцид, потому что эстонский парламент тоже сказал это уже и сделал решение, что те действия, которые Россия сделала в Киеве, не только в близости Киева, как мы знаем, Буча и другие города, то это не только война, это тоже геноцид. И поэтому, конечно, мы не, и раньше поддерживали Украину, и сегодня поддерживаем, и в будущем сделаем все для того, чтобы Украина мог бы стать хорошей, сильной страной опять. Большое вам спасибо. И вы знаете, сегодня Европейский Союз в мире празднует День Европы, да? А Украина постоянно как-то эту тему поднимала в нашем политикуме. Украина празднует День Европы. И Украина празднует День Европы, но мы хотели бы где-то и поразговаривать на те темы, которые уже лежат в более в такой экономической плоскости. Речь идет о том, что Европейский Союз, как известно, делает все возможное для того, чтобы поддержать наших граждан, которые бежали от войны, но и в экономическом плане на год, как вы знаете, были сняты таможенные пошлины на украинские товары. Знаете ли вы что-либо об этом, ну, в эстонском плане? То есть какие товары вот Эстония готова покупать из Украины и открыть свой рынок для беспошлинного ввоза? Ну, вот таких очень конкретных план мы еще не сделали. Ну, конечно, как вы знаете, здесь и вопроса нет. Конечно, Эстония готов говорить о всевозможной помощи для Украины. В первую очередь, конечно, мы, если я тоже могу найти хорошее время для того, чтобы прийти в Киев, то мы сперва должны тоже посмотреть, какие те действия, какие те средства, которые мы можем дать Украину. И если одна помощь может быть то, что мы будем больше купить товара с Украины, пожалуйста, здесь вопроса нет. Вопрос в первую очередь в том, есть ли у нас предприятия, которые могут принести товар с Украины, какие будут эти руты или эти трассы, которых мы можем пользоваться, наверняка через Польшу. И там таких нюансов очень много, как мы все понимаем. Но еще раз, здесь Эстония будет, конечно, попробовать найти все способы для того, чтобы вам помочь. Большое вам спасибо. Большое спасибо за поддержку Украины лично вами и всей Эстонии, и за участие в нашей программе. Нашим глядачам я скажу, що в нас був на зв'язку Ханно Пеукур, віце-спікер естонського парламенту. Слава Україні! І слава Естонії! Героям слава!